16 золотых медалей завоевали алтайские бойцы. Накануне в Барнауле завершился чемпионат Сибирского федерального округа по кикбоксингу. На соревнования в спортивном комплексе «Победа» приехало почти 500 участников. На ринге встретились бойцы разных возрастных категорий. Самым младшим из них 12 лет. Всего в турнире разыграли 95 комплектов медалей. 13 золотых в разделе «Фулл контакт» и 3 таких же в разделе «К1» достались алтайским спортсменам. Именно они и еще 35 призеров турнира получили право выступать на чемпионате России. В разделе «К1» он пройдет в марте в Омске, в «Фулл контакте» в апреле в Ульяновске. Гости отметили уровень организации соревнований в Барнауле. Вы знаете, вообще шикарная организация, честно, шикарная. Как бы здесь можно проводить чемпионат России, честно, можно. Особенно в этом помещении, в этом спортивном комплексе. Очень здорово, да. Подробнее о турнире сегодня расскажет Дмитрий Гладких в своей авторской программе «Спортивный клуб». Помимо соревнований по кикбоксингу, речь пойдет и о смене руководства в хоккейном клубе «Алтай». Начало программы в 20:50, сразу после вечернего выпуска новостей.